Жить безалкогольно на расстоянии, предусмотренном этим самым комитетом охраны тепла, я хотел сказать, конечно. Ну, вы не знаете, как ты делишь. По поводу комитета охраны тепла и всей этой музыки регги, которую мы тоже очень любим, непременно все не без того. Сыграем песню с пластинки. Про то, как все мы вышли из шинели Севгакеля. Начинается прямо со слов «Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики». Здравствуйте, мальчики, тикают часики, жизнь хороша. Ночь наступает, и тихо на пальчиках гости к младенцу приходит душа. Звезды на небе, как в цирке под куполом, кто-то качает их, не торопясь. Снизу на это с улыбкой лопы люди глазеют, о чем-то смеясь. Умные речи толкают провидицы, все удивляются, охают. Ах, то им мерещится, это им видится. Жидкая каша у всех в головах. Мне все равно, я уверен, что делаю правильно. Я никуда не спешу. Ночь крашу черную, день крашу белую. Плавно шагаю и ровно дышу. Сердце стучатся сомнения, и черной кошкой в пустом помещении ты ходишь по кругу, ты ждешь вдохновения. Жизнь помещается в каждое семечко, как ты посадишь, туда и растет. В правильном месте, да нужное времечко, может дать вереск, а может дать мед. Кто это понял, тот весь как бы светится, вечность подмигивает небесам. Что он там видит, с кем думает встретиться, каждый узнает со временем сам. Thank you.